Здравствуйте! Приветствую вас на видеоканале Школа доктора Скачко. Если у вас есть морщины на лице, то в этом видео я вам дам характеристику одного интересного способа, как избавиться от морщин в домашних условиях быстро и легко, фактически за одну ночь. Часто этот способ практикуют и вечером получают удовольствие, а утром фактически диагностика состояния сердечно-сосудистой системы и почек, которую вы можете провести самостоятельно и увидеть, насколько они у вас работоспособны. Более того, благодаря этому способу избавиться от морщин на лице, вы можете безопасно провести именно эту ночь. Кровь более жидкая и кардиологический риск здесь и сейчас минимален. Правда, если вы такой способ избавиться от морщин будете практиковать достаточно продолжительное время, то возможности сердечно-сосудистой системы постепенно снизятся, и встреча с врачом-кардиологом станет реальностью. И что же это за способ? А способ очень простой. Когда вечером комбинируют два компонента в разных сочетаниях. Это вода и поваренная соль. Безусловно, соленую воду вряд ли кто-то будет пить на ночь. Но когда вы используете вечером пиво и соленую рыбу, либо соленые снеки, вы используете вино и, например, твердый сыр. Вы используете алкогольные напитки другие. И, например, колбасные изделия. Или домашнюю консервацию. Водочка с огурчиком, говорят, хорошо входит. Но поваренная соль в этом случае удерживает воду в кровеносном русле. Нарушается выделительная функция почек. И вы это утром видите. Утренние или верхние отеки, их принято называть почечными. Иными словами, от количества воды и поваренной соли вечером зависит сила ваших почек по очищению крови. Чем больше было поваренной соли, тем больше она удерживает влагу около себя. Ваши почки не могут ночью очищать кровь. И если такой способ практикуется достаточно часто, то вы можете увидеть патологию суставов. Например, артроз, либо артрозоартрит. У вас может как-то самостоятельно обостряться или ухудшаться состояние позвоночника. Женщины могут встретиться с аутоиммунными заболеваниями, часть из которых зависит от того, насколько почки у женщины способны очищать кровь. Тем более, что у женщин и второй фильтр более мощной печени работает в более ослабленном режиме, о чем я писал в одной из своих книг «Секреты здоровья» или «Что делать, если у вас есть печень и почки». Именно эти два органа проводят очищение крови. Но если у вас ужин был характерным, характерными особенностями, вы получили удовольствие там, утром вы узнаете, удовольствие у вас будет или нет. Если морщинки остались на коже, я за вас рад, у вас великолепно работают почки. Если же морщинки утром исчезли, ваша выделительная система ослаблена, почки работают слабо, а сердечно-сосудистая система ослабится всегда. Если вы хотите больше узнать, как избавиться от морщин на коже лица в домашних условиях правильно, найдите мое видео «12 полезных советов диетолога, как избавиться от морщин на лице в домашних условиях». Там я более подробно расписал, какие же более правильные действия, на мой взгляд, следует делать, чтобы избавиться от морщин на коже лица. Если это видео принесло вам пользу, вы считаете, что оно достойно лайка, можете поставить на это видео лайк. Если вы считаете, что в вашей компании были люди, которые таким же образом избавляются от морщин, но нарушают выделительную функцию почек и сократительную способность сердца, иными словами, организм становится более уязвим перед болезнями, ну, отправьте ссылочку им на это видео. Ну а я на этой позитивной ноте с привычным подписчиком моих каналов словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения это видео буду заканчивать. И подумаю, какое еще видео написать на тему здоровья и активного долголетия, чтобы вы жили лучше и дольше.